Наш, 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 наш
еще раз руки. Кто из вас был в Крыму? Я! Отлично, значит, вы точно. Еще? Нет? Еще? Да? Знаете, есть такое мужское имя и есть такое литературное произведение. Роман Кош, верно! После его присоединения к России в 1783 году. Правильно! Он точно российский, голландский. Разворачивали. Так, я думаю, что вот так вот кто-то сейчас. Макс, все-таки Платос, Валерий Шведко бывает неправ. Так это реально большой самый в России. Федеральный рынок. Поворачиваемся сюда и идем в сторону газона. Да, Тёма, Тём, ты впереди. Давай, я сейчас. На землю не опускай. Владимир Юрьевич, красный туда? Красный сюда. Так. Объясняешь? Бел... Да. Белая сторона стоит, там должна быть. Так, ты держишь белую. Давай, 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 иди. Ох, от... Пожар, зажженный огонь.